Тренировочная неделя номер 6. На этой неделе нам нужно еще немножко побомбить, и дальше у нас уже будет снижаться нагрузка и интенсивность. Переходим к тренировке номер 1. Мы начинаем новый тренировочный проект «Тарахтиган». Проект рассчитан на 8 недель, каждая из которых будет состоять из трех основных тренировок – в понедельник, в среду и в пятницу, и две дополнительные во вторник и четверг для тех, кто хочет тренироваться более 3 раз в неделю. Каждая неделя будет сопровождаться видео с пояснениями и указаниями контрольных упражнений, которые вы можете снимать на видео и выкладывать в интернет с хэштегом «Тарахтиган» и текстом «Look my technique Тарахти». Буду стараться ответить каждому. Поехали! Первое упражнение – гиперэкстензия. Делаем задержку при упрямлении. Медленно опускаемся вниз. Так как у каждого разные показатели при выполнении этого упражнения, старайтесь уже самостоятельно корректировать нагрузку и подбирать под себя вес. Упражнение номер 2. Рывок классический. Я поставил 40% для того, чтобы, как я уже и говорил, начинать совмещать рывок и толчок и делать соревновательную модель. Основная ваша задача – хорошо размяться на этих килограммах, на этих процентах по этому упражнению. Потому что следующее упражнение у нас будет толчок классический с большими килограммами, с большими процентами. Часто очень задают вопрос, как отучиться или как постепенно перейти от работы в лямках к работе с простым хватом. Вот мы начинаем постепенно с маленького веса уже убирать лямки и начинаем работать чистым хватом. Поэтому это упражнение мы выполняем без лямок. Упражнение номер 3. Толчок классический. В тренировочной программе я написал на 70% 4 подхода с разными подъемами. Первый подъем мы делаем 2 раза на грудь, один от груди, потом мы делаем следующий подход, мы делаем один раз на грудь, 2 от груди. Поэтому вы должны немножко будете их чередовать. Также мы работаем без лямок. Не забываем про фиксацию со штангой над головой. 2-3 секунды. Распространенная ошибка при взятии на грудь, которую начинаю наблюдать в интернете. Сейчас покажу, я думаю, вы сами поймете. Когда мы берем на грудь, особенно если у нас 2-3 подхода, между подходами мы делаем вот такое. Это считается попыткой, это не взятие на грудь. Поэтому всегда, когда вы берете на грудь, вы должны полностью вставать со штангу. И только после этого ее сбрасывать. Упражнение номер 4. Приседания со штангой на груди. Я стараюсь комбинировать толчок классический и после него ставить приседания на груди, чтобы работали одни и те же группы мышц. Добивать их. Таз назад, колени в стороны. Все, переходим к тренировке номер 2. Тренировка номер 2. 4 упражнения. Первое упражнение — гиперэкстензия. Мы его делали уже. Упражнение номер 2. Рывок в стойку. Основной акцент мы делаем на 70-75%. Делаем по разу. Работаем на скорость.
Да, я хочу ваше обратить внимание, то, что предыдущую тренировку мы делали без лямок, а эту тренировку мы используем лямки для того, чтобы дать возможность предплечью немножко отдохнуть. Следующее упражнение у нас рывок с виса. Мы его также выполняем в лямках. Встаем со штангой, медленно опускаемся. С полной стопы используем всю силу ног. Упражнение номер 4. Швунг жим. Вот и все. Тренировка номер 2 сделана. Переходим к тренировке номер 3. The Warm Body Cold Mind Training Camp. You're welcome to visit Ukraine from August 25th to September 10th by Olympic gold medalist Alexey Chvorty. It's going to be two fantastic weeks at the Olympic Training Center in Concho Zaspa, a perfect weightlifting room with 10 platforms. The main focus of the training program will be put on developing power, technical preparation, mobility and flexibility drills, mental and psychological preparation. See you at the Warm Body Cold Mind Training Camp. Тренировка номер 3 состоит у нас из 4 упражнений. Первое упражнение — гиперэкстензия. Следующее упражнение у нас — рывковая протяжка. Опять же, с маленьким весом работаем в первую очередь на чувства. Подбирайте самостоятельно тот вес, который для вас более комфортен при выполнении этого упражнения, чтобы делать его в первую очередь правильно. Делаем в стойку и садимся все. Выполняем это упражнение чистым хватом, без использования лямок. Переходим к упражнению номер 3. Это упражнение у нас контрольное на этой неделе и основное. Толчок классический. Я думаю, что мы готовы уже к тому, чтобы толкать 95-100%. Поэтому сделайте хорошую разминку, постарайтесь хорошо отдохнуть перед этой тренировкой, хорошо покушать, выспаться. И я хотел бы увидеть бы большие рекордные килограммы в интернете под хэштегом Тарахтиганг. Толчок классический. Толчок в ножницы. Вспомнил молодость. Так как это упражнение у нас контрольное на этой неделе, поэтому я всех призываю снимать его на видео и выкладывать в Instagram. Надеюсь, что все вы будете хвастаться и радоваться новыми килограммами и новым пиаром. Переходим к упражнению номер 4, последнему на этой неделе. Последнее упражнение на этой тренировке и на этой неделе — приседания со штангой на плечах. 90%, 2 по 2. Садимся в глубокий сет. Медленно садимся, быстро встаем. Все, тренировочная неделя номер 6 у нас сделана. Сейчас пару слов о контрольных упражнениях. И жду ваших видео в Инстаграме. На этой неделе у нас одно контрольное упражнение. Толчок классический, который у нас будет на третьей тренировке. Напоминаю, что вы можете выкладывать видео с хэштегом Тарахти Ганг и текстом «Look my technique Тарахти». Я буду стараться комментировать и указывать вам на ваши ошибки, если они будут. Всем хорошего настроения, хороших тренировок. Тренируемся вместе, тренируемся правильно. До следующей недели. Пока.